Всем привет, я Полина. Сегодня приглашаю вас на выставку орхидей в ботаническом саду города Кливленда. Не судите строго, потому что город небольшой и ботанический сад небольшой тоже. Это все внутри здания только. Здесь очень красивый сад, на самом деле, вот снаружи, но холодно, мы туда, конечно, не пошли. Я удивилась, что было очень много народу. Я не ожидала этого, потому что все только по записи на определенное время, но дело в том, что люди пришли туда и могли остаться не на час или на два, а на сколько хотели. В прошлом году была выставка, я даже ее не снимала, потому что были розовые, белые и красные орхидеи, и все. Объяснили мне тогда, что потому что из-за пандемии орхидеи не сажали вовремя, то есть их не вырастили просто. Вот. Ну, и думали до последнего момента, что не будет выставки. Но все-таки сделали хоть какую-то. А в этом году уже, как вы видите, вот смотрите, какие красивые орхидеи, уже гораздо лучше, чем в прошлом. Ну, давайте посмотрим вместе. Thank you.
это вход в, собственно, оранжерею, где все, конечно, тоже украшено орхидеями, и мы сейчас это посмотрим. Это дерево, которое вы сейчас посмотрите, я войду туда как бы между корнями. Это искусственное, построенное, так что очень красивые идеи, хорошие, но это не настоящее дерево. Вот эти лианы, это все, конечно, живое, а само дерево построено. Thank you.
переходим в другой зал, который представляет другой климат. Вы сейчас все сами увидите. Эти огромные валуны построены, это все искусственное. Все растения, конечно, настоящие, а вот эти все каменные постройки искусственные, но очень красиво сделаны и очень похожи на настоящие камни. Thank you.
вышли из зала пустынного климата, климата пустыни, и идем в основное здание, где все тоже украшено орхидеями. Обязательно, конечно, есть магазин сувениров, где продают и орхидеи тоже, и всякая всячина здесь есть. Вот мини-орхидеи и больших орхидей уже не было большого выбора, потому что все их разобрали. Разнообразия стандартов фаленопсисов не было, потому что их все уже разобрали. Вот, и вот все, что осталось, я посмотрела. Конечно, я ничего себе не взяла. Хотя вот эти белые с пятнышками были с 30% скидкой. Но вот эти мне понравились, но я все равно ничего не взяла. Теперь мы вышли из магазина и опять небольшой кружок по этому холлу и уже пойдем на выход. Здесь написано «Посади семя и славь жизнь».